Сегодня пришла замечательная новость из корейского города Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Наш пловец Евгений Рылов стал одним из 8 участников дистанции 200 метров на спине. Тот, кто следит за спортивными достижениями Жени, знает, эта дистанция считается самой успешной у нашего пловца. Напомним, что в предыдущем заплыве на 100-метровке Евгений Рылов финишировал вторым и взял серебро, но болельщики очень надеялись на сегодняшнее выступление. И вот он, победный заплыв. Ну и вот последний четвертак. Мощно финиширует Райан Мерфи, но Женя Рылов фантастичен. 1:47.02.